нас были еще в конце вообще момент, поэтому сегодня могли играть 2-1, но я думаю, что ничья заслужена, но я думаю, что сегодня все хорошо сыграли, молодцы и боролись до конца. Когда мы пропустили первый гол, они сели и дали, что мы играем. И когда мы начали играть, мы уверенность убирают. И нам хорошо, что мы забыл первый гол, и потом был попроще, но все равно наконец было чуть тяжело. Это нормально, потому что они дома играют, и с болельщиками. Ну, хорошо, что мы ничего играем, это очень важный результат. Я думаю, что Гомес вообще ничего не создал. И думаю, что все молодцы. Гильерме тоже хорошо сыграл, помог. Так что это самое главное, потому что сегодня я чувствовал на поле, что били за друг друга. И вот так надо продолжать, потому что игры, которые проиграли перед этим, вот такого не было. Да? Поэтому сегодня были эмоции и характер.